Привет, меня зовут Гульнас, и сегодня мы отправимся в магазин тканей на поиски красивой, расшитой, нарядной сетки. Ну а сегодня на поиски вышитой сетки мы отправимся в магазин «Сезон» в Казани, в торговом доме Савинова. Но если вы не из Казани, его верно, этот магазин есть и в вашем городе, поскольку у него целая сеть. Сетку, вышитую, с напылением, с камнями, с бусинами, как правило, используют как верхний слой для двуслойного изделия. Даже если ваша одежда имеет совершенно простой крой, также и основная ткань совершенно простая, то наложение поверх сетки полностью преображает изделие и делает его необычным. В основном любая ткань, которая называется сетка, имеет синтетический состав, то есть полиэстер. Но в этом нет ничего страшного, не пугайтесь. Вот, к примеру, великолепная, красивая, нежная сетка. Объемные нашивные цветы, вышитая зелень. И если из такой ткани сшить платье, то образ будет нежным, легким, парящим и очень женственным. Цена такой ткани 2100 рублей. Ну а в этой сетке, в отличие от предыдущей, все букеты и узоры вышиты. Вышивка очень мягкая и качественная. Цена такой ткани 1330 рублей. Посмотрим на другое оформление сетки бусинами. Эти бусины не приклеены, а запечатаны с обеих сторон, и поэтому они хорошо зафиксированы, и можно не бояться их осыпания. Ну а рядом с этими бусинами рассыпаны золотые блестки. Даже с простым кроем эта сетка создаст волшебный образ. Цена сетки с бусинами 2340 рублей. А вот сетка немного другого вида. Она вышита не только нитками, но и бусинами. Великолепно подойдет для свадебного платья. Можно использовать полотно полностью, а можно вырезать букеты. Цена такой ткани со скидкой 30% 3272 рубля. Еще один вид сетки, вышитый пайетками и бисером в тон сетки. Красиво и лаконично. Цена такой ткани 1460 рублей. А вот сетка с очень плотной и качественной вышивкой, с большими цветами и букетами. Очень спокойные и красивые тона. Цена сетки с вышивкой 2460 рублей. И это все в сетках на сегодня. Если у вас есть другие пожелания о тканях, обязательно пишите мне их в комментариях под видео. С вами была Гульнас, обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, и до встречи в следующих видео.